Здравствуйте, с вами снова Загадов Владимир. Я вам покажу очередное легкое упражнение. Оно не для всех, для продвинутых. Колоссальное упражнение, задействует множество мышц. Называется оно тарзан. Выполняется по тренажеру фримоушен. Я думаю, этот тренажер практически есть у каждого. Так что это выполнять тренажер можете утром и вечером. Утром и вечером по 10-15 минут каждый подход. До новых встреч. С вами был Загадов Владимир.